Вот Виктория Шилова, Новосибирск специально для вас снял. Коммунист, ваш любимый локоть, вот снес две остановки, да? Вот 40-градусный и выше бывают морозы, да? Кто-то простынет, умрет, да? Воспаление не обязательно даже от короны, от воспаления легких. Вот так, а вы говорите, они там что-то там голосуют, их голосование ничего не стоит, мы же не дурачки, понимаем, да? Будь они у власти, по-другому бы голосовали, да? Вот, пожалуйста, смотрите, набитый транспорт идет на площади Калинина, он останавливает и ждет, пока люди, а он на золотой членовозке, да, усыпанный золотом. Без маски они, конечно, там все едут. Вот так вот. Вот. А на людей там это противогазы, маски там по 5-10. Вот так вот. Ни одной копейки на транспорт он не потратил.